Друзья, при начале просмотра видео попрошу вас подписаться на наш новый YouTube канал. Ссылка будет в описании под роликом. Загляните, у нас много интересных новостей. Трагическая новость, друзья, к нам пришла в одном из самых крупных телеграм-каналов России. Нам сообщили, что сегодня в тяжелом состоянии после обычной утренней прогулки был доставлен в одну из больниц легендарный российский ведущий Андрей Малахов. Как оказалось, сегодня утром Андрей Малахов, находясь дома на выходном дне, решил пробежаться утром по парку недалеко, который расположен возле его дома. Во время бега по парку на Андрея Малахова неожиданно набросилась стая бродячих собак. Ведущий не мог от них отбиться. Ему даже помог один парень, который проходил мимо. В итоге у Андрея Малахова были сильно искусаны ноги и правая рука. Парень, который проходил мимо, попытался защитить Андрея Малахова, но его также покусали собаки. Он же сам и вызвал скорую помощь, которая и доставила его вместе с Андреем Малаховым в одну из больниц. Сейчас их обследуют. Мы поговорили с врачом, который их принимал. Врач сказал, что есть серьезные раны. Им поставят уколы против бешенства, а дальше уже будет смотреть их хирург. Все просто шокированы от этой новости. Уже некоторые СМИ даже прокомментировали эту трагедию. Давайте, друзья, поддержим Андрея Малахова. Давайте будем надеяться, что с ним все будет хорошо и его жизни ничего не угрожает. Подпишитесь, пожалуйста, на наш YouTube канал, нажмите на колокольчик, чтобы завтра утром вы не пропустили свежий выпуск на нашем канале. Поддержите нас, а мы будем поддерживать вас. До скорой встречи, друзья, на нашем YouTube канале.